Всем привет! С вами Ольга Чернова и мои краткие видеообзоры томатов, именно тех сортов, которые на 8 июня уже завязали плоды на нижней кисти, на первой, и хорошо быстро наливаются. Вот одним из таких томатов, вот вам показываю, королевский. Он среднего размера, и поэтому плоды почти уже достигли нужного размера, и скоро, начнут краснеть. Так что урожай не за горами. Я уже показала госпожа удача, сибирский изобильный, вечный зов, русские колокола, хлебосольный розовый. Вот сорт королевский тоже относится к тем сортам, которые можно посадить и получить урожай уже в июне, даже в сибирском регионе. Конечно, все это в теплице, но все равно, это очень рано, это очень хороший результат. До свидания, с вами была Ольга.